9 детских садов появится в Махачкале в этом году. Об этом сообщают в администрации столицы. Общее количество новых дошкольных образовательных учреждений превышает то, что было введено за последние 10 лет. Общая проектная мощность – более 1500 мест. Детские сады строятся в поселках Новый Хушет, Богатыревка, Сулак, Шамхал-Термен, микрорайонах Ипподром, Агёль, Дасааф, а также на улицах Фанвизина и Азиза Алиева. В мэрии отмечают, что в Махачкале сегодня ощущается острая нехватка детских садов, но возводимые в этом году дошкольные образовательные учреждения могут ощутимо помочь решить вопрос с очередностью в детские сады.